Ну, об этом фракция ЛДПР об этом давно говорила, о том, что необходимо упростить возможность получения гражданства для тех наших соотечественников, которые возвращаются на родину. Потому что мы действительно испытываем серьезные проблемы с ростом населения. И в то же время необходимо ужесточить отношение вот к тем самым мигрантам, которые никакого отношения к России фактически не имеют. То есть не знают русского языка, не знают русских традиций. И, собственно говоря, этим гражданам надо действительно ограничить. Вполне было бы достаточно упростить процедуру принятия гражданства, ну, собственно говоря, как в свое время это сделали и в Израиле, и в Австралии, когда они принимали мигрантов, за счет этого увеличили достаточно серьезно население своей страны. Потому что наша страна при нашем объеме пространства будет действительно экономически эффективна, если на нашей территории будет проживать более 300 миллионов человек. На сегодняшний день у нас порядка 140 миллионов, и действительно мы испытываем серьезные трудности, в том числе и с трудовыми ресурсами. А экономика без трудовых ресурсов не может быть эффективной.